Всем привет! Это наш солнечный, но сегодня, кажется, собирается дождь. Мерсин. Давно мы с вами не виделись. Это я, Шалкар, компания Арбат Хоумс. И, кстати, напомним еще раз, что в конце этого месяца, в конце мая, наша компания будет в Казахстане, а именно в городах Нур-Султан, Алматы и Атырау. За всей подробной информацией вы можете обращаться к нам на WhatsApp и на другие мессенджеры. Номера будут указаны ниже. А сегодня мы с вами здесь обозреваем не совсем это поле, но на месте этом 3850 квадратных метров скоро появится пятый проект от серии «Лавиния». Этот проект будет называться «Лавиния Делюкс». Квартиры все 1+1. Они инвестиционные, прямо сейчас можно брать на первых порах, пока очень выгодные и интересные цены. Конечно, есть рассрочка. Спросите, до какого периода? До периода окончания строительства. А это произойдет у нас в марте 2024 года. До конца марта 2024 года вы можете приобрести эту квартиру в рассрочку без процентов. Что же из себя представляет место расположения? Сейчас это зеленое пространство, район Арпачбашиш, но скоро у нас появится здесь новая дорога, проведут здесь застройщики дорогу, только что об этом разговаривали, потому что мы сейчас повернемся сюда, оператор, пойдемте. Вот у нас новые застройки стоят, район бурно развивается, причем здесь хороший пляж, до него всего 600 метров, и эта вся красота вырастет новыми красивыми объектами. На самом объекте в Лавине Делюкс у нас будет 2 сауны, 2 хамама, все квартиры 1+1, стандартной планировки, 70 квадратных метров брутто. Но есть особенность у боковых квартир, например, запад или восток северной стороны и еще только северная сторона квартиры, они имеют отдельную кухню. Такой мы уже встречали в проекте Лавине 2, причем он буквально как пирожки разошелся, совсем немножко квартир осталось. Но сейчас мы говорим о Лавине Делюкс. По инфраструктуре мы повторимся. 2 сауны, 2 хамама, барбекю-зоны, парковка, закрытая территория, бассейн, горки, озеленение. И все это будет в 600 метрах от Средиземного моря. Будет проводиться дорога до D400. Отсюда, чем западнее вы едете, тем шире становятся пляжи. Рядом с нами городок Эрдемли, буквально 3 километра до него. Торговые центры, жандармерия, большая поликлиника, куча ресторанов. Все это есть в Эрдемли. В самом районе Арпачбашиш у нас есть пешие доступности, магазины, причем сетевые. А101, Шок, Бим, есть просто текермаркеты. Тут рядышком буквально есть небольшой магазин в МТС. Что бы еще подсказал? На берегу набережной, она продолжается вот отсюда, идет далеко-далеко, проходит через районы Каргапанары, Тумюк и все прочее. И она пешая, на берегу которого сейчас уже разворачиваются кафе и рестораны, озелененная набережная. Вечером достаточно много народу, но не перегружено за счет того, что очень длинная набережная. Вам здесь будет удобно самим проживать для отдыха или инвестировать под сдачу или перепродажу. Потому что цены сейчас доступны. Обращайтесь к нам. По нашим ссылкам в описаниях, по нашим мессенджерам, и все это будет доступно для вас в ближайшем будущем. Приобретайте свою квартиру мечты, давайте исполнять мечты вместе, и компания Арбат Хоумс поможет вам в приобретении квартиры в рассрочку. Мы вам расскажем, как будет работать система рассрочки, как будет носиться первоначальный взнос, какие условия оплаты в нынешних реалиях, как все это можно будет произвести. Ну и помимо этого мы вам поможем с послепродажным сервисом, обставим вашу квартиру, подключим абонентские договора к свету и воде, поможем приобрести мебель, технику, шторы, ложки, вилки, все это прочее. Если вы смотрели старые ролики с моим участием, я как раз раньше занимался послепродажным сервисом, и у нас на канале есть этот ролик, можете глянуть. Давайте подытожим. Район Арпачбашиш, Лавиния Делюкс, известная нам серия Лавинии, квартира 1+1, на первом этапе, на самых первых ценах успейте приобрести в рассрочку с хорошей богатой инфраструктурой, сауна, хамам, бассейн, барбекю, зоны парковки. Будет проводиться дорога, пляж рядом, пешей доступности 600 метров всего. Сдается у нас в конце марта 2024 года. А с вами был я, Шалкар, компания Арбат Хоумс, которая будет в конце мая уже в Алматы, в Астане и в Атырау. Встречайте нас, Казахстан, с любовью из Мерсина.